Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении индикатор для бинарных опционов UniCross. А если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик. А мы продолжаем. Индикатор UniCross является сигнальным индикатором, который построен на алгоритмах таких индикаторов, как T3 и TMA. Благодаря этому можно получать точные сигналы для бинарных опционов и использовать их в торговле сможет как опытный трейдер, так и новичок, так как все, что необходимо для покупки опционов, это дождаться сигнала от индикатора. Первое, о чем хочется сказать, это о настройках индикатора UniCross. Индикатор имеет различные настройки, которые позволяют подогнать торговлю под любой стиль. И также в индикаторе присутствуют алерты, которые тоже полностью настраиваются, и это делает особенно удобной торговлю по данному индикатору. Также стоит отметить, что начальные настройки параметров позволяют получать довольно точные сигналы, поэтому на начальном этапе их менять не обязательно. Так как индикатор является стрелочным и генерирует довольно много сигналов, торговать по нему лучше только по тренду. Если индикатор будет использоваться для скальпинга, то тогда, конечно, можно использовать каждый сигнал, но обязательно стоит использовать правила money management и риск management, так как чем больше сигналов берется в работу, тем больше становится риск. Принцип работы индикатора UniCross построен на двух других индикаторах, как уже говорилось ранее. И как только линии данных индикаторов пересекаются, появляется сигнал на покупку опциона call или опциона put. Касательно данного индикатора для бинарных опционов, в сети или на различных форумах можно часто встретить один и тот же вопрос. Перерисовываются ли сигналы индикатора UniCross? И тут стоит отметить, что прежде чем сигнальная свеча закроется, индикатор может менять свои значения. И поэтому может показаться, что он перерисовывает свои сигналы, но на деле это не так. И как только сигнальная свеча будет закрыта, сигнал уже не поменяется. Также в подтверждении этому можно наблюдать некоторые сигналы, которые вряд ли смогли принести прибыль. И если бы индикатор перерисовывался, то данных сигналов не было бы на графике. Если говорить о правилах торговли по данному индикатору, то как уже стало ясно, синяя стрелочка, направленная вверх, говорит о покупках опционов call, а красная стрелочка, направленная вниз, об опционах put. И для сделок по тренду экспирацию стоит рассматривать 5 свечей, а если это скальперские сделки, то можно использовать 3 свечи. Индикатор UniCross можно использовать и без вспомогательных индикаторов. Но чтобы увеличить шансы на получение прибыль, можно добавлять какие-то фильтры. И примером такого фильтра может послужить индикатор Stochastic. Данный индикатор является стандартным индикатором в терминале MetaTrader 4, и поэтому добавляем его на график со стандартными параметрами. Если рассмотреть несколько сигналов, которые появлялись на графике, то можно видеть, что они подтверждались стохастиком, так как он был в зоне перекупленности, что говорит о возможном развороте. И то же самое можно сказать про сигналы для опционов call, которые также подтверждались стохастиком, который был в зоне перепроданности. И обратите внимание, что некоторые сигналы как раз таки принесли бы убыток, если бы не использовался фильтр в виде стохастика. Так как в момент их появления стохастик находился между зонами перекупленности и перепроданности, что чаще всего говорит о неопределенности. Конечно же, есть сигналы, которые все равно принесли бы прибыль, даже когда стохастик их не подтверждал. И поэтому первое, что можно сделать, это найти какой-либо другой фильтр, который будет подтверждать большее количество сигналов. Или использовать более простой вариант и оставить в качестве фильтра стохастик и брать только те сигналы, которые он подтверждает. Хоть их и будет в разы меньше, но они будут довольно качественные. И для закрепления правил торговли по данному индикатору можно рассмотреть данный участок. Имеем первый сигнал, который говорит о покупке опциона call, также имеем подтверждение от стохастика. И здесь можно было бы приобретать опцион call с экспирацией в 5 свечей, что по итогу принесло бы прибыль. И следующий сигнал был уже для опциона put, где также видно подтверждение от стохастика, и покупка опциона put с экспирацией в 5 свечей также принесла бы прибыль. И в заключении хочется сказать,
что данный индикатор, хоть и может генерировать довольно точные сигналы, новичкам лучше начинать его использование с консервативного метода и не применять скальпинг. Также обязательно стоит применять правила money management и риск менеджмента, так как даже отфильтрованные сигналы могут приносить убыток. И поэтому не стоит рисковать в одной сделке большим, чем 2-3% от всего капитала. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. И нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!